все это нашел. Good morning, my friend. Good morning, my friend. Такая мелодия красивая. А что это там у тебя такое интересное? Где? Боба, ты о чем это? Пожалуй, спросонья еще сны свои досматриваешь. Илоне будет лучше видно. Да, но у нее сегодня свои дела, поэтому мы тут только вдвоем. Не совсем. Good morning, my friends. Ой-ой-ой, наверное, это я еще не проснулся полностью. Ты видишь то же, что и я, Боба. Как это? Она это здесь или... Я не понимаю. Жужа, ты чудак. Это Илона. Мы ее видим, как и она нас. Да-да, friends. Как начался сегодня у вас день? Слушай, Илона, а ты правда все-все видела и знаешь, да? Не могу сказать, что все, но точно знаю, что сегодня не простой день, а особенный. А что в нем особенного? Особенный он потому, что именно сегодня ко всем послушным деткам приходит Сейнт Николас или же Святой Николай. Да-да, и приносит он только послушным детям подарки, а те, кто вели себя плохо или обманывали, ничего не получают. Фрэнс, хочу вам кое-что рассказать. Я сегодня нашел игрушки и хотел оставить их все себе. И сейчас я понял, что поступил неправильно. Потому и Святой Николай мне ничего не принесет. Жужа, Жужа, как ты мог своего лучшего френда обмануть? Да я понимаю, что неправильно поступил. Фрэнс, каждый может сделать ошибку. Главное это ее признать. Жужа, так как ты исправился, тебе также будут подарки, как и Бубе. Ура! Я больше никогда обманывать не буду. Отлично! Ну что, Фрэнс, именно сейчас наступило время посмотреть, что же нам принес Сейнт Николас. Yes, yes, let's start! Let's start! Let's start! Первая игрушка – это Bear. Bear! Bear – это медведь. Спасибо, Буба, за помощь. Дальше у нас идет Dog. Dog? Да, Dog – это я. Собачка. Следующий – это Cat. Cat? Cat – это котик. Угу. Ball. Ball, люблю с Ball играть. Это мячик. Да. Дальше – Doll. Doll, с этим девочкой играют. Да, Doll – это кукла. Именно. И напоследок будет Car. Car, car. Car – это машинка. Кажется, мы обо всем поговорили, правда же? Сейчас предлагаю немножечко поиграть. Я описываю предмет, а вы должны угадать. Окей, let's start. Let's start. Let's start. Этим играются все девчонки. Это будет car или doll? Doll, doll. Именно. А мальчики что любят? Мальчики предпочитают car. Верно. Дальше. Есть такая игрушка. Это животное. Оно живет в лесу. Это будет dog или bear? Bear. Верно. А кто охраняет наш дом? Cat или dog? Dog. А у меня есть такой cat, что к нему ни один dog не подходит. Жужа, это и неудивительно.
Фрэнс, предлагаю сейчас разобрать подарки. Я, можно, буду первой и возьму себе doll и cat. Ага, а я car и bear. Ха, как это быстро, мой фрэнд. Тогда я беру себе dog и ball. Фрэнс, а что для вас сегодня принес Saint Nicholas? Расскажите нам об этом в комментариях. Нам будет очень интересно узнать. А если вам все понравилось, можете поставить лайк. Да, пишите нам, это для нас важно. А теперь бай-бай, ребята! До следующих встреч! Bye-bye!